В Хангаласском районе Якутии расследуется дело по факту обнаружения тел двух мужчин с признаками насильственной смерти. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания. Установлено, что в Покровске в ночь на 18 декабря этого года компания приятелей распивала спиртные напитки. Вдруг между двумя из них вспыхнула ссора, и 35-летний мужчина несколько раз ударил кухонным ножом 25-летнего приятеля. После этого злоумышленник обрушил град ударов металлической штангой на голову второго потерпевшего. От полученных травм жертвы скончались на месте. Затем в квартиру вошел другой мужчина, который, увидев произошедшее, выбежал из помещения и сообщил об этом в полицию.